Тема здоров'я Лукашенка, не можу не зачепити її також, тому що бачила, що з ним щось не так, дуже багато інформації було в ЗМІ. Я так розумію, що йому вже краще, якщо він зібрався до Москви, і якщо змоделювати, що Лукашенко стає зле, він помирає, хто про це швидше дізнається, не власне, хто швидше відреагує? Це Путін, якому треба буде поставити на місце такого самого кишенькового президента? Чи, наприклад, опозиція, яка могла би буквально моментально зреагувати і все ж таки взяти все в свої руки? Вот смотрю, ну да, Лукашенко, видно, что продолжает болеть, слышно это по голосу. У него был серьезный вирус, который имел осложнение, соответственно, мы об этом говорили, поэтому он и отсутствовал определенное время. То есть проблема болезни еще не ушла. Болезни у него ж не только связаны с этим вирусом и осложнениями на сердце, с дыханием, которые у него были, там, с горлом, но проблемы с учетом возраста, хоть возраст как бы по западным меркам не такой-то и большой, но это все-таки советский человек во всех пониманиях, в ментальности советский, в своей идеологии советский, так советский по здоровью. Так вот, у него проблемы с коленным суставом, и это требует хирургического вмешательства. У него проблемы с позвоночником, грыжа, и это требует хирургического вмешательства. Эти все операции откладываются по той простой причине, что он проиграл выборы в 20-м, ему нужно было контролировать ситуацию. Потом он вместе с Путиным начал войну, и опять нужно контролировать ситуацию. И следующее возникло все больше и больше страх. Если операция на позвоночнике требует наркоза, это значит потеря сознания. Да, у него нет ядерного чемоданчика, но он борется за свою жизнь. А кто его потом разбудит в этом наркозе? И это тоже один из сценариев. Он очень этого боится. Сделать это в Москве тоже страшно. В Беларуси специалистов, таких серьезных, которые гарантировали бы максимально, что он потом сможет ходить после этого, тоже нет. Поехать в третью страну, ну тоже страшно, понимаете? И он такой загнанный в угол сейчас со своими проблемами. Проблемы и другого характера у него уже появляются. Из то, что у него с сахаром, уровень глюкозы повышен, ему необходимо ежедневно принимать определенные лекарства, препараты. Мы видим, что у него ожирение, да, он лишние килограммы имеет, и ему якобы поставили сейчас задачу к 25-му году, когда он хочет там переизбираться, хотя, опять же, выборов не будет, или сесть там председателем Всебелорусского народного собрания и забрать туда все полномочия, которые он имеет сейчас, то в любом случае ему нужно форму как-то восстановить. Поэтому вот посмотрим, как он будет терять вес. Если начнет терять вес, ну, значит, пытается справиться с проблемами здоровья. Но это как раз спровоцировало очень серьезные системные проблемы внутри страны. Первое. Белорусское общество все эти 6 дней, и не только, обсуждало одну тему. Если он завтра умрет. И конституционное большинство, как ни печально это говорить, что это касательно человека, можно ли его назвать, этого усатого товарища, человеком, не знаю. Но все хотели, чтобы это произошло. Потому что об этом мечтает конституционное большинство белорусов. Он это понял, что это главная тема. Мы с вами вместе, СМИ, начали эту тему обсуждать. Мы его подняли из постели. Если бы мы с вами так активно не обсуждали, он бы еще лежал у нас, наверное, да? Ну, постарались, подняли, как я говорю, для того, чтобы посадить в Гагу. Вот. Ну и в системе внутри. Я же знаю этих министров, которые сидят. Они же трусы по характеру. И они понимают, что пока он сильный, то и они имеют гарантии какие-то. И риски, и гарантии. Потому что он любого может посадить в любой момент. Или гарантировать, что ты будешь дальше не сидеть в тюрьме, потому что придут другие, как он любит говорить. Поэтому страх внутри системы тоже появился. И все начали задумываться, а что будет. Но, к сожалению, я вам скажу так. Единственная страна, которая имеет стратегию, что делать с Белоруссией, с Лукашенко, это Российская Федерация. У нее расписана эта была стратегия и на 20-й год, и после 20-го. И она расписана до сегодняшнего дня. И если Лукашенко умирает, у них тоже есть стратегия. У них уже даже есть лица, на которых они ставят. И Качанов, и Вольфович, мы про них говорили. И силовой аппарат, 11 генералов Совета Безопасности. И сценарий задействования именно Совета Безопасности. Объявление чрезвычайного положения, и тогда выборы не проводятся в течение месяца. Если военное положение, то они вообще откладываются на долгую перспективу. Да, мы имеем тоже свой сценарий. Конечно, наш сценарий основан... Да, на активности белорусов. Как белорусы отреагируют на эту ситуацию, ну, никто предсказать не может. Но я думаю, что как раз-таки вместе с вами вся СМИ, политики, политологи, мы будем делать все для того, чтобы наш сценарий именно перехода власти в руки народа, он был решающим. И мы смогли взять эту власть именно в интересах белорусского народа и провести первый демократический выбор.